Ребята, с вами канал Кошачий Рафимкай. Сегодня будем играть на Реалмсе у нуба. И я решу его потроллить. Yeah. Взять зелень невидимости, все то, что надо. И, короче, я буду его троллить. Вальчик, какой ты так. Так, там он где-то дома. Ну-ка. Я, какая повозка. Пипец. Какая сережка. Нужно по ней пойти. А что там за такой свет? О, я от него уйду. Все-таки я нуб хоть. Но я умный нуб. Так, нужно вот сюда вот сойти. К себе домой. Обязательно закрыть дверь. Чтоб дверь не открывались. Все, пусть. Пойду посплю. Стоп, кто это? Я теперь там моим чеканским мечом, который сносит очень много урона. Наверное. Я, где ты? Ладно, пойду к себе. А, стоп, я ушел к себе. Так. Что это такое? Ну-ка. Наверное, вот тут какие-то штуковины были. Так. Что ты меня поймал? О, магазин, нужно как-то туда сходить. Водичка пока сходит. Тук-тук, что-то тут есть? Так. Нужно вот сюда вот сойти. Да, вот здесь можно купить водичку. Ну-ка, смотри. Вот эти дома. Нет, там. Вот такие. О, сколько опыта, клюки. Какая красивая кровать. Так, нужно подняться на второй этаж. Здесь кровати. Красиво. Нужно будет сюда пропытом послать. Как красиво. Уви. Паркур. Ой. Паркур не удачи. Сюда. Сюда. Так, вот он, вот он. Какое красивое тут все. О, мой дом. Ну, конечно, тебе назад выйти. Вот это тут была дверь. А ну, где тут? Моя дверь. А, стоп, я не у себя дома, я в магазине. Здесь есть кровать. Ты думаешь, нельзя закрывать. Так, нужно посмотреть, где-то тут был мой дом. Пеку-пеку. Какой красивый. Ребята, так, нужно его потроллить. Вот, здесь можно поиграть. Так, где он? Вот он. О, толка, нужно в тупик сходить. Так. Блин, какой он воротливый, ребят. Так. Что это? Ну, я хочу в него попасть, но...
Что здесь? Здесь. О, здесь палата. Блин! На! Блин! Так. Сюда, сюда. Здесь где-то я помню мой дом. Да, вот он. Нет, это не мой дом. Сейчас нужно писать. Я уже близко. Так. Чики помпони фирма. Какие красивые лошадки. Вау, сколько всего шампунчиков. Так, надо. Курочек! Курочек надо. Так, все, выпился. Так. Быстренько, быстренько. Это что, стихи? Так, опыт. Так. О, опыт. Так, опыт нужно собирать. Опыт нам нужен для того, чтобы прокачиваться. Так, сюда нужно. Так, так, мяшка. Где это? О, вот он, вот он, вот он. У меня есть возможность попасть в него. На. На, блин. Мой домик. Блин, так, надо его с домик закрыть. Наступила одна очень. Мою кровать. Ладно, пойду в другую комнату. Здесь получше. Пока что не буду спать, буду смотреть. Блин, ребят, как он упертый. Да, стоит палять. Кстати, нужно ПГУ позвонить. Алло, ПГУ, привет. Что-то тут плохо Wi-Fi. Ладно, пойду, я пока что отключусь себе. Может быть, мне иди сюда. Здесь. Тут он меня бронит. То есть нужно походик делать. Сюда нужно. Так. Все. Опа. Вот он. Где стоит, да? Алло, вот, да. Угу. Нужно будет троллинг сделать над одним каналом. Да, который называется как раз таки этот, да. Вот этот вот, как там он называется? А, да-да-да, там, кстати, Симхай, нужно будет на его потроллить. Ах ты ж. На. Нужно будет на его потроллить и писать. Ага, кто это тут троллит? А кто это говорит? На. Ага. Тупой Бро тут. Где я? Где Бро? Где? Где ты его увидел? Так, сколько тут палаток? Ну что? Ну... Миллион курочек — это хорошо для тебя. Кто здесь? Я его вот так покоцаю. Покоцаю, говоришь? Покоцаю. Тупой. Точно говоришь? Покоцаю. Вот, у меня такая здесь штука есть. Точно? А еще я ставлю команде. Команде давай. Это мягкий мод 1, я могу его заубить. Я его вырубить, не могу вырубить.
надо ему сломать вот здесь. Вот здесь он меня не слышит. Ну и ладно, давайте. О, какая красивая кнопочка. Так. Какая-то фигня. Ой. Ой. Какая крутая фигня. Так, тут куча золота у него тут. Так, переламываем. И где он? Где он? Где? Где? Фигня какая-то. Ну, все еще тут. Так, 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 где он, я знаю, где он. Так, надо, так, надо замечать движение. Вот он, смотрите, вот он. Так, 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 так. О, какая красивая штуковина. Так. Нет, ты что-то... А я тут... Но! Ладно, потом посмотрю. Так, так. Так. Вот, вот, на! Блин, какой он... Какой он... Быстрый, на! Да. Стоит. Я не потом разберусь. Так. Можно спуститься. А, вот и мой дом. Дом я в безопасности. Он тоже? Снежки очень хорошее охлаждение перед зимой. А что это за тайный поход? Вот. Какой-то поход. А? Так, что-то тупое тут. Так, нужно в тупсик сходить. Пианино. Ну, нужно уроки сделать. А то про опять будет ругать. Так, уроки, уроки. Так, все сделано. Так, теперь нужно уходить. В ту комнату. Потому что тут. А это не комната. А вот моя комната. Тебе можно посидеть, погреть около камина. Попу свою погреть. А, попа сгорела. А, горячо, горячо, горячо. Не стой. Найди снег, снег. Где снег? Что снег? А, вот мой второй дом. Горячо. Так, все, полежу. Так, ня! У него там потайный проход. Вот так вот. Потому что мне нужна земля. Земля, это хорошо. Земля – это лучше, чем тупые у нас. Что, что, что? О, зелье, зелье, зелье. Ну, очень крутое. Так, так, так. Это сюда. Так,
Пусть он пойдет на снег. Давай, снег, снег, снег. Ну, беги в снег. Ты не знаешь, кто это говорит? Это говорит сам бог Майнкрафта. Ха-ха-ха. Ты слышишь меня? Я Господь. Господь — это Господь, Господь и Иисус Христос носки. Да мне всё равно. Что, даже про носки не в курсе? Носки вонючие! Я не ношу. Я не ношу носки. Вот тут. Это что? Давай, иди посы. Ну-ка, ну что, в тупик запрыг. 20 минуты. Я писался. Откройте двесик. Не закрывайся. Так. Как он прыгает круто. Прям как на это. Как и на одной штуке. Которую я не скажу, что это такое. Что за штука. Эта штука очень для нубов. Это кайф. Ладно, шутю, это не кайф. Это обычная скакалька. Это скакалька на палке. Мне нужно на него удочку надеть. Давай, удочка. Удочка! Так, так, удочка. Так, надо его найти. А где он? А где он? Где он наш маленький? Сладенький? Стив, то есть нуб. Странно. Притворюсь его бро. А где тут нуб? Вы не знаете? Нуб, я пришел к тебе. Ты сделал домашнее задание? Нуб. Нуб. Ой, Костя, я к тебе пробегал. Так, блин, я потерялся. Там писать к тебе Костя, и потом зайти в мой дом. Вот, точно, я тут пробегал. Теперь ты зайти в Костя. Вот, теперь он в мой дом. Костя, я сделала домашку. Все, сделала. Всё. Так, а где он тут у нас? Нуб. Так, здесь того кучили. Ничего себе, плоску поставили одну. Нуб, где ты? Нуб. Я тебя не вижу. Эй. Нубас. Так, блин, а серьезно, где у нас нуб? Он сказал ждать бро, а я его ищу. Где он? Так, где у нас нуб? Где? Так, столы, камин, кровать где? Я сказал. Блин, я... Убейся, ты не мешаешь. Так, кровать. Где кровать у него тут? Опа, она здесь, да? А, нет, вот здесь, да? Скажи сюда. Опа. Здесь. Тебя здесь нету, как я знаю, да? Да, нету.
Все понятно. Где он у нас тут спрятался? А? Маленький. Опа, толчок. Так, закрыть. Вот. Мне нужно молоко выпить. А мне нужно молоко. Молоко. Где молоко? Где? Вот я, у меня отравление. Давайте я его выпью. Вот оно. Так, понятно все. Так, он здесь. Как я думаю, он здесь. Так. Он... Так. Опа. Так, как я думаю, по координатам смотрю, он, я думаю, здесь. Нет. Как я думаю, не здесь. Он здесь, да? Куда я бегу? Так, мне нужны факела. Синий. Так, это моя шахта будет. Так. Он здесь. Где он? Так, я так понял, то, что я далеко от него. Поэтому... Опа. Так, я где-то... Так. Так. Где он? Так. Ребята, я не могу его найти. Куда он скрылся, интересно? А? Ребята, я, кажется, понял. Что здесь такое? Так, я думаю, то, что под этим верстаком скрывается этот нуб. Когда уже день наступит, интересно. Знать. На. Когда же день наступит? Невозможно, когда он... О, вот день наступил. Да это вообще прекрасно. Так. А, ты меня нашел. Ты кто? Я нуб. А ты кто? А я твой бро. А-а-а. Чё тут без света сидишь, малой? О! От домашки скрывался. От домашки? От как? Уже съел её. Давай, вылезай. Я съездила. Вылезай. Я на тебя тут осколки бросаю. Ладно. С факел. Бей факел. Ну что, пойдем. Не кидай меня такие. Ладно, я уже прыгну. А, я бру. На, опыт, на. На, выпей опыт, на. Всё. Идём. Вот по моим следам. Посмотри, я ещё зелье невидимости выпью. И ты давай, иди за мной. Вот по опыту. А! За мной по опыту беги. Я упал по твоему опыту. А, ну ладно, давай, где ты? Ти. Дурак. Где ты? Не скажу. Так, ладно, так. Возьмем зельку. Опа, где она? Возьмем-ка зельку. И будем ее искать. Так.
я должен видеть ее ник. Его. Так, все понятно. И она где-то по-любому из этих домов. Странно, как-то очень сильно подозрительно. Не кажется, она вот здесь. Опа! Странно, нет никого. Двери все открыты. Так, там в толчке нету ее. Проломаем большую дверь. О, она здесь. Опа-на! 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 Ну, все теперь понятно. Все теперь понятно. Все идет полным ходом. Понятно, понятно, где она. Я уже понял. Так, какие у нас координаты? Я думаю, она сейчас дома. Да? Она в какой-то комнате. Она на зеле невидимости. Ну нет. Так. Эй, ну куда ты убежал? Говори что-нибудь. Скажи что-нибудь. Нуб. Нуб. Нуб, скажи что-нибудь. Ну скажи, скажи, скажи. Скажи что-нибудь. А то я тебя тут взорву всю деревню. Покажись, или я все взорву. А. Эй. Ну что, готов? Окей, готов, все. Нуб. Возьму. Насчет ты, если ты мне не скажешь, где ты. Раз, два. Ладно, ребята. Так. Все. Беру динамит. Так. Какой же мне взять динамит? Я шучу, конечно. Буду срывать эту деревню прекрасно. Ну, я просто это. Ну, бы решил потроллить и все. Но он куда-то спрятался. Ну, не может было уже быть, что он это. Ну, короче, вы сами все поняли. Где ты? Я тебя вижу. Ха-ха-ха. Ты здесь, да, у нас здесь, здесь, скажи, что здесь. О, я буду распылять опыт в каждом доме. Так, не опыт, а зелье отравления. Ну, давай договоримся, я буду распылять зелье отравления, а если ты попадёшь, то ты это скажешь. Окей? Так, на коров надо, вдруг он превратился в корову. Я живу с молоком. И кидаться в дальние расстояния зельками. Так, где он? Блин, куда он спрятался? Мне надо ролик заканчивать. Я хочу финальный апорт. Он тут. Так, вот тут по-любому, мне кажется, что это... Так, ломаю стекло. Так, он здесь где-то, в этом доме. Так. Опа! Где-то, где-то, где-то. Под зелень невидимости где-то здесь.
Он спрятался хорошо, я скажу. Даже не мог, может, грифер какой-нибудь. Но это невозможно, что я его не могу найти. Ты здесь! Ты здесь! Я тебя вижу! Так это не я, это стойка, серьезно. Неправда. Надо, сломай. А где он? О, он в зеленой невидимости, как я понял, да? Да, ну скажи.